привет, меня зовут Яна Попова. А я Иван Камельков. Мы ведущие программы «Новый день». И сегодня мы проведем розыгрыш в честь 5-летнего юбилея кинотеатра «Мега-синема». В октябре кинотеатру «Мега-синема» исполнилось целых 5 лет, а с 10 октября по 30 ноября проходил розыгрыш подарков. Для того, чтобы в нем поучаствовать, гостям кинотеатра нужно было купить билет в кино и любой товар на баре на сумму от 500 рублей. И сегодня мы с Ваней Камельковым подведем результаты этого самого розыгрыша. Да, и вот сегодня мы проведем этот розыгрыш. Кстати, в барабане у нас более 200 билетиков счастливых, но только 3 из них получат призы от наших партнеров. Давай анонсируем, мы что подарим. Мы подарим сертификаты в клуб-ресторан «Берлога», каждый номиналом по 5000 рублей. Ими можно будет воспользоваться, когда рестораны заработают в полную силу и все ограничения будут сняты. Надеюсь, это будет совсем скоро. Да, мы прям ждем этого мгновения, когда пойдем в «Берлогу» и использовать эти сертификаты. Не мы, а вы, те, кто сегодня победит. Кстати, Ян, как это будет все происходить? Слушай, я чувствую себя Якубовичем. Сейчас вот кручу барабан, и я считаю, что вот действительно мы сделаем счастливее намного кого-то из этих участников розыгрыша. Да, тем более перед Новым годом очень даже приятно. Ну что, Яна, я знаю, у тебя очень счастливая рука, поэтому давай, доставай счастливый билетик, показывай его нам. Итак, и мы анонсируем, кто же победит шурудим, в этой викторине. Шурудим, счастливый билет вытянуть хотим. И Яна. Номер купона 87. У вас должен быть сохранен второй отрывной купончик. С ним вы приходите в кинотеатр и получаете свой подарок. Напоминаю, что это сертификат в клуб-ресторан «Берлога» номиналом на 5000 рублей. Хороший подарок под Новый год, действительно. Яна, ну давай следующего участника. Давай теперь ты, Вань. Кручу-кручу, Яна. Кручу-кручу, никого обмануть не хочу. Стоп. И бинго, у нас есть победитель. Победитель под номером 97. Итак, вы получаете заветный приз. Для этого необходимо позвонить в кинотеатр «Мега-синема», сказать, что у вас совпали номера купонов, и, соответственно, забрать вот этот вот сертификат на сумму 5000 рублей. Я тоже хочу сходить в «Берлогу». Вань, ты очень даже тусовщик, ты уже перетасовал все билеты. А, ну в этом плане, да. Да-да-да. Надо хорошенько, чтобы никого не огорчить, не обидеть. Ну, что поделать, это же конкурс с другой стороны. Стоп. Итак, открываем. Яна своей счастливой рукой достает купон. Яна, перемешай, да, побольше. Вот я не удивлюсь, если это будет купон под номером 107. У Яны счастливое число – это семерка. Уже 2 раза подряд мы ее вытягивали. И мы поздравляем гостя кинотеатра, который заполнил купон под номером 86. Я уже Ване говорила, у меня такое ощущение, что это пришла пара или друзья, которые заполнили купон под номером 87 и 86, и оба выиграли сертификаты по 5000 рублей в клуб-ресторан «Берлога». Поздравляем! Номер 86, номер 87 и номер 97 – это 3 наших победителя. Ну а мы сегодня провели с Ваней розыгрыш. Поздравляем всех счастливых обладателей сертификатов с наступающим Новым годом. Обязательно приходите еще в уютный кинотеатр «Мега-синема», который проводит постоянно вот такие розыгрыши. Жалко, что в этом году из-за пандемии не получилось собрать вот такую вот веселую тусовку с Дедом Морозом, со Снегурочкой, ко дню рождения кинотеатра. Поэтому пришлось в формате онлайн проводить розыгрыш. Но думаю, ничего страшного, и дальше все будет только лучше. Ну и будьте счастливы, будьте здоровы, и знайте, кинотеатр «Мега-синема» работает даже в период пандемии. Приходите. До свидания. Пока-пока.